Привет, сейчас я сделаю Packet Tracer 10.2.4.4. Здесь у нас простенький траблшутинг, как и прошлые. То есть у нас есть команды, вот все команды, ну, интерфейсы, их адреса. И самое главное, что у нас уже описаны проблемы. То есть нам не нужно будет их находить самим, проверять все пинги и так дальше. Нужно будет просто посмотреть, где эта проблема находится, записать это в ответы в PDF-файле и решить эту проблему. Думаю, все очень просто. Давайте я просто на примере покажу. Первая проблема у нас между R1 и R2. Если мы откроем R1, командная строка, enable, и пропишем вот эту вот команду, show IPv6 SPF interface G00, вставлю ее, мы увидим информацию об OSPF на этом интерфейсе. Здесь мы видим, что у нас dead interval 40, hello interval 10. Прописываем такую же команду только на R2. Не знаю, зачем ее еще раз копировать. Так, я ее уже скопировал. Enable. Вставляем эту команду сюда. И смотрим здесь. Hello interval 20, dead 100. Это совсем не такие интервалы, как на R1. Видим. R1 10, 40, 20, 100. Огромная разница. Ну, если не сходится, это в любом случае не работает. Нужно, чтобы они были одинаковые. В этом и состоит проблема, поэтому на R2 нам просто нужно исправить hello интервалы, ну и data интервалы. Поэтому R2, конфигурация, заходим в этот интерфейс, int g00, и копируем команды. Просто исправляем, прописываем новый hello интервал и новый data интервал. Думаю, все понятно, так как здесь нереально все просто. Все. Первая проблема исправлена, и теперь у нас между R1 и R2 будет работать связь. Вы это должны еще проверить и записать в PDF-файл опять-таки. Дальше. Вот здесь прописано также loading done, то есть все сработало. Дальше. Конфигурация маршрутизатора в области 2. Смотрим вторую область, эти можно уже закрыть. Вторая область сначала у нас ABR2. Где он? Вот. В ABR2 у нас неправильный роутер ID. Опять прописывайте вот эти вот команды, если тут вам даны какие-то команды прописать. И смотрите там show что-нибудь, смотрите, что вам выдается. И если у вас есть вопрос, прописывайте в PDF-файл ответ на него. Enable я просто исправлю. Здесь у нас неправильный ID, поэтому сразу зайдем в conf.t. Configure terminal. IPv6 роутер. OSPF. 10, опечатка, роутер, OSPF10, и здесь просто роутер ID. 6, 6, 6, 6. Все, роутер ID исправили, видимо, у нас добавились баллы. Давайте настраивать дальше. Следующая у нас проблема в вот этом роутере. Здесь название закрыто, но это просто ASBR. Вот он. Открываю его, конфигурация. Enable. Здесь у нас не прописан Default Information Originate. То есть у нас есть Default Route. Вот это у нас выступает как интернет. У нас сюда есть Default Route, но у нас не прописан Default Information Originate в OSPF. То есть он не раздает этот Default Route всем другим маршрутизаторам и устройствам. Давайте это исправим. Просто заходим в conf.t, Configure Terminal. Вот это вот, если что, можно легко увидеть в showrun. Там видно, что это не прописано. Conf.t, роутер OSPF10 и Default Information Originate, чтобы все устройства видели информацию о Default Route. Все, мы исправили все ошибки в этом задании. Все очень просто, отвечайте просто на вопросы в PDF-файле. На этом все, пока!